Всем привет, друзья! Это озвучка 217 главы. Извините, что не получается выкладывать видео каждый день, как я и планировал. Дело в том, что у меня появляются непредвиденные проблемы и дела. И получается так, что я не успеваю. Я делаю все возможное, чтобы вас радовать. И впредь я попытаюсь выкладывать видео как можно скорее. И никогда больше не пропадать на такой большой срок. Ну а прежде чем мы начнем, хочу поблагодарить этих ребят за поддержку в виде донатов. Илья, Гамзи, Поддержаб, Белуга, Пиксрикс, Александр и Кирита. Огромное вам спасибо за ваши донаты и поддержку канала. Ну а если и ты хочешь поддержать канал донатом, ссылка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Что ж, с вами как всегда Аниманго, и мы начинаем! Ван Панчман, 217 глава. Новый дом. «Да чё ты увязался за мной? Хватит меня преследовать! Я не смогу тебя содержать. Собаки что, уже с головой?» «Приятель, ну не говори так». «А? Ты что-то сказал?» «Я могу делать все дела по дому». «Тяу, тяу, тяу». «До него не дошло, что я монстр. Притворюсь зверушкой и останусь у него, пока снова не наберусь сил». «В новой квартире вообще разрешено содержание домашних животных?» «Ладно, я ведь могу сделать конуру во дворе». «Бинго! Я сделаю конуру своей базой. Я могу следить за ним. Кстати, этого щенка зовут Бродяга». «А? Ты не видел поблизости розового одноглазого монстра?» «А? Он про Гёро-Гёро, что ли?» «Ну, не думаю. Может, он погиб от рук Тацумаки или типа того». «Ну ладно. А вот и он. Мой новый дом». «Ого, ну и домина! Здесь я и правда смогу расслабиться». До штаба Ассоциации Героев 2 километра. Благодарю всех собравшихся. Сегодня я с большим удовольствием представляю вам возможности этого жилого комплекса, сконструированного с помощью передовых разработок Ассоциации Героев. Они вызвали нас ни с того ни с сего. Но что это за мероприятие такое? Изначально это здание было рассчитано на заполняемость тысячами семей. Конечно же, людей, связанных с Ассоциацией, недостаточно. Многие квартиры остались пустовать. Видимо, поэтому они решили толкать апартаменты как элитную недвижимость. Их цели – богатеи. Это место беспрецедентное по своим масштабам защитное убежище. И если безопасность можно купить за деньги, многие готовы будут заплатить. Да уж, угроза монстров в наше время не шутка. Демонический уровень проявляется все чаще. С новым комплексом апартаментов Ассоциации Героев монстры больше не представляют угрозы. Ведь также здесь проживают профессиональные герои, официально зарегистрированные в регистре героев. И ранги для этого должен быть А или выше. Здесь проживает только элита с проверенным послужным списком. Даже если что-то произойдет, эти надежные храбрецы будут жить по соседству. Вам не придется никуда убегать. А, класс. Они лучше, чем сторожевые псы. Два молодых человека, стоящие у стены, конечно, тоже герои А-класса. Они вызваны сюда сегодня, чтобы обеспечить вашу персональную безопасность. И, как вы уже могли догадаться, они также проживают в этом комплексе. А? Так нас позвали в качестве телохранителей? Герой А-класса Бравимесяц, ранг 35. Судя по всему, они изначально и планировали, раз проживание здесь бесплатно. Герой А-класса 24 ранга, Зелень. Но лишь то, что мы будем жить рядом с героями, не гарантирует нашей полной безопасности. В конце концов, они ведь тоже такие же люди, как и мы. Действительно, так и есть. Они могут заболеть, устать или попасть в происшествие. Так что абсолютной безопасностью это назвать нельзя. Потому что ничего абсолютного не существует. Но только если мы говорим о людях,
Сейчас вы увидите эксклюзивную презентацию секретной информации. Пожалуйста, обратите внимание на экран. Секретное оружие Ассоциации Героев. Противомонстровая интегрированная защитная система жилого комплекса штаба Ассоциации Героев. Созданная авторитетом военных технологий героем С-класса Стальным Рыцарем. Это интегрированная защитная система. Имеет сканеры, распознавание и уничтожение факторов опасности, пытающихся проникнуть снаружи. Визуализация прототипов. Искусственный интеллект способен действовать вариативно, исходя из уровня угрозы монстра, и неустанно следит за обстановкой 24 часа в сутки. Согласно заключению Стального Рыцаря, эта система эффективнее, чем все герои А-класса вместе взятые. Чего? Унизительно как-то. Именно на этих основаниях мы можем гарантировать абсолютную безопасность. А, какая-то тревога, что-то не так? Металлоискатель, что ли? Может, стоит выкинуть весь мусор, который я успел найти? Не, он мне еще пригодится. Идентификация подтверждена. Обработка завершена. Обнаружение монстров. Активация интегрированной защитной системы. Уровень 1. А? Я ничего не трогал, так ведь? Босс, у тебя проблемы с техникой, да? А? Что за хрень? Ну и что это было? Это еще не все. Что-то приближается. Корректировка параметров. Система. Уровень 4. Обнаружен фактор угрозы. Вот же чё! Ложись! Когда приборы начинают барахлить, лучшее средство — хорошенько постучать! А? Система защиты активировалась. Подъем! Что на камере у входа? Ничего не видно из-за дыма. Это может быть атака монстра. Направьте охрану и героев к 9 воротам. Скорее! А? Экстренный вызов? Где 9 ворота? Быстрее! Без понятия. Это место такое громадное. Давай просто пойдем на звук. Ну что, блин, за дела? Как вообще эти злобные роботы здесь оказались? У меня плохое предчувствие. Все же будет нормально? Да, с безопасностью тут что-то не очень. Эй, ты там! Ага. Что случилось? Что это был за шум? Те машины на входе внезапно... А, защитные роботы! Каждый из них стоил больше 9 миллиардов! Что с роботами? Что произошло? Не дышать, не дышать, не дышать. Я не уверен, но кажется, они просто взорвались. А, ты, раз ты все видел, то расскажи мне во всех подробностях, ладно? Он говорит правду. Я тоже видел. Те роботы, они просто взяли и взорвались. Господин Кинг, ого, впервые вижу его вживую. Если бы мы знали о вашем прибытии, мы бы подготовились к вашему визиту. Что вас привело? Йо, Кинг, прости, чувак. Я хорошо поискал, но приставка, которую ты мне одолжил, ей конец. Ого, да ничего. Я просто пришел, подумав, что мы могли бы сыграть в новый файтинг в честь новоселья. Ни за что. Ты не шадишь даже новичков. Ну раз так, пора бы мне покормить мою золотую рыбку. Пойду-ка я домой. Увидимся. А? Кинг? Погодите-ка, это штаб Геройской Ассоциации? Тот парень по-приятельски разговаривал с Кингом, но выглядит он как полный лузер. Да кто же он, черт возьми, такой? Герой А-класса 39-го ранга. Лысый плащ. Поставь лайк этому видео.
и подпишись на канал.